Я не могу смотреть на маленьких противных детей. Вот я из всего количества огромного, нового вот этой вот молодой поросли, я могу выделить единицы детей, на которых реально приятно смотреть. Остальные какие-то сумасшедшие, они бегают, они кричат, они как-то отвратительно взаимодействуют с людьми. Аня, это твое субъективное мнение. Это мое субъективное мнение. Начнем сначала, да. Но почему ты не можешь смотреть? Сейчас замечательные дети. Они очень умные, они быстро развиваются, осваивают какие-то новые технологии, новые навыки у них появляются. Так, ну а что они, что они? Слава богу, уши третьи только не растут у них. Нет, ну а что они осваивают? Ну, научились они пальчиками в планшеты тыкать. Мне вообще кажется, что это плохо, потому что... А как конструкторы они собирают? Как? Сейчас невероятные конструкторы. Очень хорошо собирают. Нет, я собирала конструкторы лучше. Вот в наше время. Ну да, и пасочки тоже в песочнице. Мы-то лучше лепили. Да. И снеговиков мы лучше лепили. Да. Это все понятно. Да, и я думаю, что мы с тобой сегодня проспорим минут эдак 26 на эту тему в программе МПДЖ. С вами будут спорить Анна Глебова и Екатерина Звездина. Да, тема нашего выпуска — новое поколение, регресс или прогресс? Прогресс. Это безосновательно и ясно. Ну вот, видишь, безосновательно. Я считаю, что регресс. Давай свои основания. Потому что просто я вижу, дети, во-первых, не терпят боль. Они я, честно говоря, тоже как дети, я не терплю боль. Я помню свои прекрасные зеленые изодранные коленки. Сейчас у детей этого нет. Зеленки? Или коленок? Изодранных коленок нет. Что еще? Они очень злые. Очень злые. Они бьют других детей, они бьют родителей, замахиваются так отвратительно, замахиваются своими кулачонками. Это, наверное, особенности их воспитания, потому что это зависит от мамы и от папы. Как они показывают, что такое хорошо, что такое плохо. Вон, например, в Челябинске все мамы пишут сказки своим детям. Ну почему все? Ну не все, но те мамы, которые хотят участвовать в конкурсе наших коллег «Эхо Москвы», они пишут добрые сказки для своих детей. И потом на радио эти сказки озвучивают известные актеры и сотрудники радиостанции. Не, ну это прекрасный конкурс, потому что я считаю, что доброго нашим деткам не хватает. Они смотрят всякую чушь заморскую. Заморскую чушь, согласна. Не нашинскую. Тут... Эти ужасные пони, там, кони, ведьмы и все отвратительное. Сказки писать нужно. Ты будешь писать на конкурс? Я буду писать сказки для взрослых. Я готова. Какие такие сказки? Добрые сказки для взрослых. А почему для деток не будешь писать? А для деток, ты знаешь, некому писать. Некому. Нет у тебя цветов жизни? Нет, нет. Садовник еще не нашелся, понимаешь? Чтобы цветы, понимаешь, для цветов же что нужно? Климат, хорошее удобрение, солнышко, чтобы светило. Горшочек. Горшочек. Горшочек, в котором почва расти. Благодатная. А ты не боишься, вот ждешь почва принца своего? Перегорит? Почва перегорит, да, и будешь ты старородящая. Ну, как тебе сказать? Конечно, я размышляю об этом. Конечно, боюсь. Во сне. Но что я тебе могу сказать? Ситуация сейчас в мире какая? В Европе средний возраст рождения первого ребенка у женщины 30 лет. Угу. 30-ка, нормально. Да, у нас в России он, конечно, пониже. То есть он порядка 23-27 лет. Это средний возраст появления первого ребенка у женщины. А вот, например, в Австралии, это страна-лидер по искусственному оплодотворению детей. То есть там детки из пробирочки? Да. И больше всего в Австралии. Видимо, они по принципу кенгуру, там, чтобы в сумке не носить, они свои... Приплоды отдают. Вообще, конечно, в этом вопросе деторождения очень далеко зашла наука в Китае. Куда она у нас зашла? Ой, в Китае она зашла далеко. Она дала всем желающим мужчинам возможность прочувствовать все прелести родов. Ну, не все, конечно, но, по крайней мере, предродовые схватки. Ощутить вот это вот приятное это волнение, дрожь, да, покалывание и испарина на лбу. Ну, замечательный опыт, потому что к ним подсоединялись провода, и мужчины смогли ощутить на себе посредством электрического тока, что испытывают женщины при схватках. Ой, как это хорошо! Аня, ты бы вот хотела в такой
необычный эксперимент интегрироваться? Нет, я вхолостую, не хочу мучиться. А, то есть, ну, только на результат работаем. Да, да, потому что, а что толку? Смысла-то никакого нет. Ну, помучилась, да и все. А потом опять мучиться, но уже с выхлопом, как говорится. А, так выхлоп у тебя будет. Тогда другой вопрос, что ты с этим выхлопом делать будешь? Ну, воспитывать. А что же сейчас с ним делать? Воспитывать я выращу настоящего человека, гражданина своей страны. Законопослушного. Законопослушного, при этом активного, творческого. Замечательно. Но прям этого, вот ты, конечно, так рассказываешься. Далеко, да. А как же ты планируешь воспитывать своего гражданина идеального? Воспитывать идеального гражданина надо в идеальных наших славянских традициях. Ну, то я есть, не знаю про. Гнуть выю и сокрушать ребра. Да, я сторонник, ну, не физического насилия, конечно, но такого до старого доброго пошлепывания за проступки. Я считаю, что пошлепывание. Да, я уверена, что многие сейчас скажут, что изверг и тому подобное, но мне кажется, детей бить надобно. Надобно, ох, как надобно. Ох, как надобно. Но это ты рассказала про славянские традиции. Я вот, например, знаю, что в английских традициях чужим детям даже замечания сделать нельзя. Понимаешь? Вот это... Ну, вот как, да? А, вроде как мой законопослушный гражданин растет идеальный, а ему кто-то сделал замечание. Нет, а вот законопослушный гражданин мутузит другого законопослушного гражданина, а бабушка побиваемого делает замечание нельзя? Вот мне сложно. Но англичанам виднее. Я поняла, что в твоем случае бабушка подошла и дала бы за трещину. Ну, как минимум. А я думаю, что лучше и обоим, наверное, да, дать? Нет, обоим не надо. Нет? Зачем? Не надо. Бить надо того, кто виноват. Ага, того, кто виноват. Того, кто виноват. А я бы подошла и поговорила. Я бы сказала: уважаемый, вы ведете себя некорректно. Я понимаю, что, возможно, в 4 года он бы посмотрел на меня немножко косо, но все же я считаю, что беседа и позитивное подкрепление – это лучший способ воспитания идеального законопослушного гражданина. То есть в луже топят твоего сыночка, а ты подходишь: друзья, я буду призывать всех к сознательности. Ну, ты будешь призывать, я буду... А ты будешь бить. А я буду бить, да, но мы не можем сами с тобой решить все же, как правильно, поэтому я считаю, что нужно позвать кого-то. Кого будем звать? Конечно же, мы позовем того, кто является экспертом в вопросе воспитания маленьких детей. У нас в гостях Зоя Беликова, детский психолог, гештальт-терапевт психологического центра. Зоя, помоги нам вот с этой милой девушкой с виду решить все-таки битье. Да, то есть, или какие-то физические наказания, они эффективны или неэффективны в воспитании детей? Любое наказание, физическое насилие, там, поставить в угол, я считаю, что это неэффективно. Поскольку тогда в основе этого наказания лежит страх ребенка не совершать этот поступок. А тогда ребенок не понимает, почему нельзя это делать, да, что это делать плохо. Тогда мы должны ребенку объяснить, почему так не поступают, почему это плохо. И в каком возрасте ребенок уже поймет, что это плохо? Потому что мне кажется, что дети лет до... Ну, ладно, до 15, я лет вижу до 15, в твоих глазах. Они достаточно глупы еще. Но они, ну, не до 15, но до 5, они животные такие маленькие. И понимают примерно вот столько же, сколько и собака Павлова. Вот поэтому я приверженец традиций наших. Инстинкты управляют. Возможно, тогда вот до 5 лет необходимо ребенку говорить, что я огорчена твоим поведением, я расстроена твоим поведением. Если это касается ребенок, например, вас ударил, толкнул, или, возможно, даже укусил. Ручки у меня чешутся. Бывает, да? Очень характерно. Или еще что-нибудь сделал не очень приятное. Это кошмар. Да, тогда даже можно говорить, что я злюсь на тебя, когда ты так делаешь. Я обижаюсь на тебя. Но мы даем ему обратную связь. Да, мы даем ему обратную связь. Ребенок очень независим от настроения мамы, от того, чтобы мама принимала его. Вот поэтому вот... А не будет ли ему все равно? Вот мама огорчена, но мне плевать на маму. Я хочу пририсовывать бабушке усы, и я буду это делать. И мне плевать на бабушку и на маму. Нет, но я считаю, что до 5 лет ребенку точно не будет все равно на настроение. Это чисто уже физиология, все равно они вот эта связь.
Да. Ну, это связь взаимодействие, с мамой. Да, это. А тогда альтернатива. Угол мы убираем. Наказание, ну, там, ремень, дрын и прочие инструменты тоже пока в угол. Велосипедная. Да, это зависит от фантазии. Какие вот способы можно использовать при вот воспитании именно позитивного подкрепления? Там, или... Ну, во-первых, это беседа, да, это объяснение, почему это делать плохо, что есть уважение к другому, что мы не имеем даже права это делать, если это касается толкать, там, кусать. Мы просто не имеем права, это другой, и мы не имеем права это делать. Ну, и вот второе, это вот говорить о своих настроениях, что я огорчена, я расстроена, там, я злюсь даже, если это... А не будет потом ребенок большим маменькиным сынком, который вот все время будет, о, я не буду этого делать, потому что мама расстроится? Вот нет такой опасности? Нет, я думаю, нет. Но мы же получаем обратную связь от всего мира. Да, и мы видим, просто мама – это один из ключевых элементов в тот момент, там, до 5 лет. Он понимает, что обществом одобряется, что мама одобряет, что это делать хорошо, что мама не одобряет, что это делать плохо. И до скольки лет вот так воздействовать? Всю жизнь или есть какой-то порог? Ну, наверное, просто это перерастает. Мне кажется, сначала ты говоришь о том, что вот мне не нравится и больно, что ты там нарисовал бабушке усы, а ей тем более это неприятно. Хотя я считаю, что это замечательно. Весело. Вот. Но в определенный момент же все равно трансформируется и та же самая ответственность, и, ну, как серьезность ситуации. То есть одно дело усы бабушки, а другое дело там... пойти окно кирпичом разбить в школе. Это уже тоже неприятно и больно. Да, а вот что делать? Вот мне одна женщина знакомая сказала, что, ну вот обладательница ребенка-аутиста, она сказала, что первый признак того, что у вашего ребенка какие-то отклонения в развитии, это когда он не знает слова «нельзя». Вот насколько это оправдано, или, может быть, она что-то не поняла, что ей говорил врач? Ну, когда нет слова «нельзя», нет границы рамок, на которые ребенок не может опираться. И тогда повышается у него тревожность. Вот. Насколько это связано с аутизмом, я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что аутизм – это мощная защита от окружающей среды. А вот вообще, если рассматривать рамки и границы, то существуют же разные... подходы, да, некоторые родители дают полную свободу, что дети действительно мне иногда тоже хочется шлепнуть, а у некоторых наоборот, все чуть ли не по шаблону и вот все так нельзя простроено. Нельзя отменить от рамок, да, и вот чем чревато отсутствие рамок? Давайте вот с этого начнем. Чревато отсутствием рамок, человек будет тревожный, он будет неорганизованный, он будет все время опаздывать куда-то. Я знаю, мне кажется, одного такого человека. Который долго сюда не приходил, его нет в кадре, но он здесь очень нужен. Он морально с нами. Так, а это плохо для окружающих или для самого ребенка это плохо, что вот он тревожный, что он все время дергается, что ему... Ну, это прежде всего это плохо для ребенка, потом для выросшего взрослого. Да, ему будет тяжело в социуме. Да, и еще этот человек будет плохо чувствовать границы между другим человеком. Он может там как-то и нарушать эти границы. Знаете, люди, которые близко очень подходят. А, о, мои любимые. Личные границы, да-да-да. Ну, то есть ощущение другого человека. Да, когда ребенку с детства не говорили, вот не показывали, что есть граница другого человека, и ее нарушать. Так, хорошо, а тогда слишком узкие рамки, когда у нас все время мы идем вот так между рамками? Ну, по шаблону действуем. Ну, когда слишком много нельзя, во-первых, он тоже перестает воспринимать это слово «нельзя». Во-вторых, правда, он может как-то очень сильно зависеть от родителей, просто инвалидизироваться, как бы. Его «я» становится зависящим от родителей. И он становится нерешительный, неспособный принимать решения, да, делать поступки, там, создавать семью, брать ответственность за свои поступки. Зоя, а, например, если для девочки вот это неумение принимать решения, в принципе, это нормально, то для мальчика это вот опасно? Когда он не может взять на себя ответственность, и в итоге мальчик превращается потом не в мужчину, а в какое-то женоподобное желе. Ну да. И вообще, почему это происходит? Вот, ну, с чем связано? Понятно, что есть личностные какие-то особенности, которые определяют, да, дальнейшее там, то есть характер жизнь, человека. Да. Но есть же еще какие-то моменты внешней среды, помимо окружающих родителей, да, которые тогда воспитывают. Тогда это связано с наличием мужчины
в окружающей среде, да, в семье. Либо это тогда связано с тем, как мама, возможно, даже бабушка, общается с сыном, да? А, то есть это именно для мальчиков, мы рассматриваем воспитание мальчиков. Вот как раз очень хотелось поговорить на эту тему. Очень много сейчас появилось женоподобных мужчин. Ну, не обязательно те, которые красятся, там, отращивают ногти, а те мужчины, которые не берут на себя ответственность. Не создают семью. Вот. И не берут ответственность за эту семью. Вот, вы считаете, это вообще проблема или это, ну, такое развитие ситуации современной? Я не знаю, насколько это проблема, но я знаю, что это можно исправить, да, что вот, это так. Очень зависит от воспитания мальчика. Так, это понятно, что нам сейчас делать. Ну да, от воспитания, а каким образом вот можно изменить дальнейший там его поведенческий какой-то сценарий мальчика, да? Вот. Ну, главное воспитание мальчика – это давать ему больше доверия, что он сам справится, что он сам освоит новое пространство, что он сам сделает новую подделку, что он способен сам сделать. И приходить к нему на помощь лишь в том случае, если он просит об этом. А то есть, если ребенок, мальчик, упал, ударился, и при этом не плачет, не нужно маме бежать с распростертыми, кричать «Ой, боже, что случилось?» Вот этого нельзя, да? Но это зачастую некоторые мамы, по-моему, сами провоцируют вот у детей такую реакцию. Да. Я обращала внимание. Ребенок смотрит, как же реагирует мама, заплакать или нет. Да, и тоже в слезы. Да, и потом вырастают слабачки такие. Да. А если ребенок сам подходит, говорит, мам, мне плохо, там, побудь со мной, ты мне сейчас нужна. Тогда нужно побыть с ним, прийти на помощь к нему. Пожалуйста, зрительницы, радиослушательницы, услышьте это. Не делайте сопляков из своих детей. Ну, а помимо мальчиков, я не устаю повторять, что у девочек тоже трансформировалось их поведение и образ. Сейчас современная девушка, женщина, это сильная, уверенная в себе. И зачастую не позволяющая за собой ухаживать. Ну, или... как-то очень так изредка там разрешающая. Вот что касается воспитания девочек, на что стоит обратить свое внимание? Воспитание девочек необходимо обращать внимание на то, насколько вы даете заботу ей. То есть девочка нуждается в большей заботе, нежели в доверии, как мальчики. То есть мы всегда должны готовы прийти к ней на помощь, да, чтобы она знала, предлагать эту помощь. А, еще есть различие, знаете, в чем, как поощрять и как хвалить девочку и мальчика. Если мальчика нужно хвалить за его какие-то достижения и результаты его деятельности, то девочку нужно хвалить за то, что вот она такая, какая она есть. Да вы что? Я, по-моему, уже знаю, да, как мне. Вот ты, у меня такая там способная, смелая, такая красивая. А кто хвалит? Сначала родители должны, а потом, ну, в дальнейшем мужчина. А не вырастет избалованная такая маленькая фифа, да? Принцесса. Я думаю, нет, если там не переборщить, если все в меру, то... Дозировано. Да, просто сколько раз видела вот таких девочек, которые уверены в том, что они прекрасны, маленькие. Нет, знаете, есть такая ошибка, что некоторые родители говорят, что ты самая-самая. А, вот он, вот этот край, если мы, да, превосходную форму применяем, то тогда и девочка и думает, что я самая-самая, и зачастую это неадекватная там самооценка, да, завышенная. А если мы просто показываем, так проявляем свою любовь, что ты у меня там добрая, красивая, способная, что ты там хорошо рисуешь, то тогда нет. Просто не использовать эту превосходную форму, что ты там... А больше должен хвалить кто, папа или мама? Ну, я думаю, это должно быть и с одной стороны, и с другой обоюдно, стороны. Обоюдно, да? Да, обоюдно. Есть... А вообще есть какая-то разница между папиным воспитанием и маминым? Должны как-то родители, может быть, я не знаю, разделять функции? Там папа делает то, мама делает то. Или наоборот, меняться ими, может быть? Ну, чтобы у ребенка как-то сформировалось. Меняться функциями? Ну, вообще есть такая идея про то, что наказательную функцию должен все-таки нести папа. Вот так. Так что никто не даст мне бить. Тебе в руки не будет выдан. Да. Да, мама должна нести все-таки такую мягкую, там, пожалеть. Тебе покормить. Только поварешка или скалка, да. Да, покормить, есть такое, но действительно имеет место быть вот это вот разделение. Вот. Но еще я думаю про то, что, наверное, мужчина должен как-то вот, если женщина должна делать акцент на каких-то способностях своей девочки, да, что там
вложить умение там шить, рисовать, то мужчина должен делать акцент на каких-то внешнических таких факторах, что ты у меня красивая, там, что вот у тебя там красивые волосы. Ну да, потому она что папа первый мужчина, да, в жизни, да, девочки. Чтобы она принимала себя как женщина и училась принимать комплименты от мужчины. А если это комплименты важно. Такие, типа, прыщавенькая ты моя, кривоножка ты такая? Вот как вот, если папа постоянно шутит, mm-hmm. например, над нежностью ребенка? Ну, это может привести к неуверенности в своей внешности, угу. да, к тому, что найдет партнера с похожими, да, 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 да. комплиментами. Да, 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 да. Он будет давать такие же комплименты, как и папа. А ну ей же нужен, да, постоянно. Она привыкла, что проявление любви — это когда мне говорят, что я кривоножка. Прыщей будет... уже нет, но все равно хочу это слушать. Да, она будет найдет мужчину такой, который дает ему любовь, ей любовь в таком виде. А вот еще одна проблема: дети и гаджеты. Вот насколько это тотальная вообще ситуация, потому что у нас, ну, вот тут такое как представление, что гаджеты деструктивно влияют на личность, что дети, которые постоянно утыкаются в телефоны, в планшеты, они абсолютно асоциальны, они не умеют реагировать, выражать свои эмоции. Вот насколько это так опасно или не так? Да. А есть противоположная точка зрения, что дети, которые хорошо разбираются в компьютерах, успешно, да, в математике, в технических науках, у них мозг больше. То есть вот насколько это? Но здесь бы я разделила влияние на разные возраста. То есть это где-то от 4 до 10 одно влияние, с 10 вот до дальнейшего взросления здесь другое влияние. Поскольку с 4 до 10 все же идет там это игры, увлечение играми какими-то. А потом уже с 10 лет подключается интернет. А вот вопрос тогда, с 4 до 10 игры, но есть игры, которые развивают там с точки зрения каких-то там вот, ну, моторных, да, да, там, да, рисования, да. чтения, языки. А есть вот игры, которые, ну, дают просто убивают детям, время. Чтобы они сидели и не дергали родителей. Ну, так вот, удобно же, на час человек просто занят делом. Ну, я думаю, это забота родителей, ну, побеспокоиться, во что будет играть ребенок, да, и все же ограничивать время, то есть договариваться, что вот один час в день ты играешь там, в компьютер, да, и там желательно посмотреть, что вот полчаса проиграл, предупредить, что через полчаса время заканчивается, там, через 5 минут еще, потому что по истечению срока... Чтобы наверняка... потом истерики не было, да? Да, наверняка будет истерика. Вот поэтому ее лучше предупредить. Но это не только у маленьких детей, я обращала внимание на такую особенность. С 4 до 10, а если до 4 давать детям в руки вот эти вот окна в иной мир, вот что будет? Это нужно смотреть, насколько развит ребенок и насколько он будет проявлять интерес к тому, что есть в телефоне, да? Ну вот я видела несколько дети таких прямо ситуаций. Дети прямо сейчас, да, очень проявляют, да? 2-3 интерес. 2-3 года они прям там уточек убивают, там еще что-то делают. Активно пальчиком работают. Ну тогда правда нужно побеспокоиться о содержимом телефоне, который вы даете ребенку. А вообще давать или не давать? Потому что, может, лучше деревянные игрушки, ну, по старинке. Прибитые к полу. И удобное убирать потом не надо. Мы не можем ограничить ребенка, поскольку это будет искусственная среда. Ну, то есть он живет в том мире, где это все есть. То есть он, да, должен адекватно технологическому прогрессу сам развиваться. То есть контролировать время это и контролировать те игры, в которые он играет. Вот это лучший момент. Ну вот, тогда такой завершающий вопрос к тебе, Зоя, по поводу обращения родителей к специалистам, конкретно к психологам. Да, потому что многие родители говорят: я не поведу своего ребенка к психологу, он у меня нормальный, а психолог — все нормально, это вообще это врач скорой психиатрической помощи, и вот такое представление. Ну да, я тоже замечала, что некоторым родителям проще к неврологу повести ребенка, нежели к психологу. А вот, или к другому специалисту. Ну, хочу как-то сказать, что психолог не ставит никаких диагнозов, не говорит, нормальный ребенок или нет. И вообще, есть ли понятие нормальный? Да. Для меня это относительно. Никакого там медикаментозного лечения нет. То есть это психолог, тот человек, который поможет разобраться в ситуации, если есть какие-то проблемы поведения, скорректировать поведение, если есть какие-то в среде окружающей причины,
которые там влияют на его поведение или на его здоровье, то разобраться вот в этих причинах в среде. Ну, то есть привести ребенка к психологу – это нормально? Да, конечно. Можно, продуктивно и эффективно. Да. Ну, после ремня, да? Нет, это намного облегчает жизнь, намного облегчает отношения между ребенком и родителем. Поэтому я только за. Ой, ну на этой прекрасной ноте попрощаемся с Зоей. Спасибо большое за то, что открыла для нас мир воспитания маленьких детишек. Открыла нам глаза на детей. Да. Ждем тебя тогда еще в следующий раз. Хорошо, приглашайте. Ну, на самом деле, конечно, познавательно. Я, кстати, многого не знала. Я бы сказала, даже очень познавательно. Для меня вот о том, что нельзя вообще перестает существовать, да, для человека. Опасно. Или чем чревата излишняя свобода. Мне-то казалось, наоборот, свобода – это хорошо, я позволяю человеку выбирать. Да, а родиться студень такой. А, то есть оказывается, что, да, жилье. Надо балансировать все время, надо исходить из ребенка, из себя. Из среды, в которой среды, мы живем. Да, нужно, это сложный вопрос мы с тобой затронули. Сложный, я бы сказала, комплексный и интеллектуально затратный. Потому что воспитание детей – это вам не в лапту играть. Да, это верно, но я думаю, что родителям нужно больше внимания уделять воспитанию своих детей, не оставлять их на произвол судьбы, на произвол гаджетов. Уделять внимание развитию, да, своих детей. Обязательно. Покупайте следите. Им деревянные игрушки, я вас умоляю. И бейте. Обязательно. Нет, ну это, конечно, была шутка про деревянные игрушки и избиение. Ваше мнение, дорогие телезрители, радиослушатели, вы можете оставлять у нас в группе ВКонтакте. М-под-Ж, все просто. Все свои комментарии по поводу того, какие самые лучшие способы воспитания маленьких детей вы считаете, ну, наиболее эффективными. Наиболее приемлемым, да. В прошлый раз мы с тобой, Катя, говорили о том, как помочь нашему городу стать симпатичнее. И чище. Да, и как-то мы ответа-то не нашли. Были одни вопросы. Нет, либо, видимо, людям нравится, ну, вот, то, что мы обсуждали, и они совсем согласны. Знаешь, как молчание – знак согласия. Да, грязно, ну и грязно, ну и хорошо. А с другой стороны, ну, хотелось бы получить обратную связь, активность, да. Так что не стесняйтесь, мы приемлем все. Да, и лучшие ваши там варианты, комментарии мы, конечно же, здесь озвучим. И обсудим. И возможно, и пригласим к нам человека, автора. Да, да, если вы специалист. И мы вызываем вас на дуэль. На дуэль. Дискуссионный клуб. МПДЖ. Да, ну что ж, на этом у нас все. В общем, не бить. Ну, это в общем уже прогресс. Сами. Да, да, у нас в студии с вами были Екатерина Звездина и Анна Глебова. Да, до скорых встреч.